мы спалучаем, здавалася б, не спалучальныя рэчы, грамадскі сектар і бізнес-сектар. Все это социально важные справы и коммерцийные справы. Карацей, сегодня мы будем сполучать это все у белорусском формате, у белорусском стиле. Приемного вам вечера и запрошаю на сцену Паула Белавуса. Калиласка, ваши аплодисменты. Мы пропоновали, давайте мы зробим день вышиванки, свято родной мовы, спевный сход, у межа года культуры, совместно с Министерством культуры. На что они нам сказали, извините, у нас запланированы свои мероприятия, вы не подходите. Ну и мы объявили некие дни назад, что в этом годе есть Державный год культуры, есть год культуры Арцядибы. И вот сегодня мы будем презентовать то, что будем робить самые.